Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, получите награды. Ну давай. Слизь. Так, 196 тысяч мутагена. Так, герои. Оу, 4 штучки мы сейчас с тобой получим, да? Ну что ж, давай посмотрим, кто нам выпадет. Это Кейси Джонс. Так, его мощь возросла на 22 единицы. Окей. Следующий у нас кто? Это Рокстеди. Понятно. Далее. Опять Кейси Джонс. 11 в плюсе. И последний — это Эйприл. Тоже 11 в плюсе. Так, ну что, блин, мне немножко не хватает, ребята, фиолетовых кубков, чтобы открыть 4-звездочного персонажа. Так, зайдем сюда. В избранное у нас монеты. 7695 штук. И что я могу приобрести? Мусор за 24 часа. Так, 2500. Опа. Да, я хочу обменять. Что мне дадут? На 149 уровень и на 119. Так, ну куда-нибудь мы это с тобой все-таки поместим, потратим, да? Прокачка. Вот я сижу и думаю, кого нам прокачать? Донателло, наверное, да, скорее всего. 23 миллиона мутагена. 170 уровень мы ему качнули. Так, что дальше? Еще 10 лямов осталось. Может быть, Сплинтера? Или Бибопчика? Не, наверное, Сплинтера все-таки. Попробуем. Вот и все, ребята, 166 уровень, мутагена не хватило. Так, а здесь у нас что? Давай-ка посмотрим. И что? Ну-ка. Мало, это мало. Ну что это за награда, ребят? Ну детский сад, ну серьезно. Так, Супер Шреддер получает у нас снарягу улучшенную. Так, Бибоп, видимо, тоже хочет что-то напялить на себя, тренировать. А, для него хватает. Немножечко мутагена хватило, да, на один уровень ему. А здесь глянем-ка. Так, этапы. Ну, здесь побольше наград у нас. В разы. Так, давай, вот это, что не берешь-то? Все. Так, здесь. Ну. О, даже пятый этап. Так, это уже радует. А нам все равно не хватает, да? Чуть-чуть буквально не хватило, чтобы там получить персонажа за синие кубки. Так, давай мы с тобой здесь за повышение уровня получим еще немножечко наград. Ну что ты, игра, начинаешь тут вот хандрить, как всегда. Так. Вроде бы все, что мы могли, мы с тобой получили. В логово зайдем. Так, здесь у нас... Мне нужно прокачать, насколько я помню, мастерскую, да? И додзе. Так, наверное, мастерскую будем прокачивать. Всего 2 уровня, ребята. 2 уровня каких-то прокачал. Очень медленно идет прокачка. Очень тяжело. Мне вот на самом деле сейчас... Так, а в менюхе мы что-нибудь имеем в сумке? Опа, есть кое-что. Это маленькая награда, маленькая кучка мусора. Огромная куча мусора. И маленькая канистра слизи. Почему они называют это слизь, я не знаю, это же мутаген. Мутаген собственной персоны. Ну что, остается идти нам только в бой и пытаться выиграть, ребята. Мы просто деремся с тобой с рейдовыми мобами. Даже еще не дошли до Антракса. Я не знаю. Но будем рассчитывать на то, что вот эта небольшая прокачка, которую мы с собой успели уже сделать, что она хоть как-то нам поможет. Ну ты посмотри, 93 тысячи мощей против моих 55. Так, вроде бы все стоят на своих местах. Попробуем. Так, надо скорость только поменьше сделать. Так, Рокстеди нормуль выдает пока. Так, Донателло. Сплинтер ускоряет нашего Шреддера, да? Кто там у нас? Антракс.
Было бы неплохо его завалить вместе с этим стокой. Но, как видишь, у нас уже спринтер минус, бибок минус. Давай. Току валите. Так, тока минус. Антракс, походу, дела тоже минус, да? Твою налево, мы остались с Донателло вместе. Так, если мы сейчас завалим, опа, Дементра минус. А вот здесь, ребята, вопрос. Сможет ли мой Рокстеди завалить Бакстера? Скорее всего, нет, знаешь почему? Потому что тот сейчас будет делать. Он уже, по-моему, сделал, нет, не успел. Он станет, друзья мои, нашего Рокстеди. А этот из-под тишка, этот довольный сидит там. Вот охламон. Давай-ка мы с тобой, наверное, повторим бой. Потому что, ну, шанс все-таки есть выиграть здесь. Но если мы даже здесь выиграем, в следующем бою я не знаю, что нам делать. Давай переиграем. Если мы здесь проигрываем, я немножко сделаю перестановку в своем отряде. Именно местами, не новых персонажей. Блин, ну ты посмотри, вот как вот Бибо подгреб сейчас в данный момент. Вот Дементор, если бы на нем не было бы брони, он бы сейчас бы отдуплился. Что-то все пошло не так. Да, Бибок у нас погиб. Хотя он стоит у нас на заднем ряду, понимаешь? Так, муха минус. Давай, Шреддер. Нет, тут сыграли еще хуже, чем в тот раз даже. От чего это все зависит, ума не приложу, ребята. Единственный персонаж, самый-самый жирный, самый-самый сильный в данный момент, это у меня Рокстеди. Но он здесь не выстоял. Твою дивизию. Хорошо, давай немножко по-другому сделаем. Значит, Шреддер. Ну, Шреддер, понятное дело, погибает из-за того, что он всегда суется в бой. Самый первый, скажем так. Может быть, вот если так сделать. Даже, наверное, мы сделаем вот так. Поехали. Посмотрим. Ну-ка. Хотя я уже прокачиваюсь, ребята, где-то неделю. Неделю я прохожу испытания, события. И, как видишь, толку от этого почему-то у нас нету. И сейчас сплинтера, по ходу дела, мне завалят. И не только сплинтера. Там и Бибу на подходе, и Донателло. Что происходит? Я не вижу, ребят. Сплинтер минус. Бибу минус. Дементор, надеюсь, минус. Точно. Так, Антракса мы завалили. Так, кто тут остался-то? У нас один Донателло остался. Да ну, блин. Тьфу ты. Так, хорошо, давай сделаем тогда немножко по-другому. Мы с тобой пройдем сейчас уровень на 6-м канале. Получим за это награды. Плюс мы с тобой сыграем в PvP бои. Там тоже получим немножко наград. Буквально вот уровень один поднять. Что такое у нас? Ага, мы можем получить здесь еще одного персонажа. И это у нас Рафаэль. Это у нас Рафаэль. Мне не хватает и здесь немножко кубков. Так, ладно. Так, здесь получим награды с тобой. Идем в меню. 6-й канал. Кстати, сейчас мы с тобой прокачаем синие кубки. Да, и, кстати, может быть, кто-нибудь полезный нам выпадет. И, возможно, у нас по мощам прибавка будет. Так, здесь в бой я, ребята, поставлю на 4-ю скорость. Потому что это просто так проходящий бой. И я знаю, что здесь мы победим. Причем на изи. Тут даже не вникайте, даже не смотрите, кто кого здесь бомбит. Тут просто будет победа за нами и все. Так, мы с тобой получаем 47 кубков. Отлично, так, продолжить. То есть мы выполнили с тобой задание, заодно получили достаточное количество кубков, чтобы прокачать одного персонажа за синие кубки. Ведь так? Забрали здесь награду. Так, еще нужно сыграть 5 PvP боев. Так, подожди, что ты делаешь? Давай сюда меня бросай. Я заберу здесь награды. А, кстати, почему я не вижу, что мы должны с тобой получить... Вот тут еще. Так, боевой пропуск мне не нужен. Это премиум аккаунт, естественно, когда ты покупаешь. Так, подожди-ка, герои. Получить. Угу. Так, мы получаем зеленый, да? Зеленые кубки. Сплинтер на 10-ку прокачался, это хорошо. И здесь. Не понял.
Вот. Давай, давай, давай. Так, это у нас Эйприл. У нее 114 мощей в плюсе идет. Блин, совсем капельку не хватает, ребята. Слушай, подожди-ка, нам дают за каждый бой на шестом канале по одному фиолетовому кубку. Верно? Верно. То есть нам нужно просто-напросто сыграть с тобой 6 боев на шестом канале. И тогда мы с тобой получим одного четырехзвездочного персонажа. А вот какого, нам нужно проверить. Так, давай-ка я, наверное, это сделаю за кадром. Потому что мы тут запаримся сейчас смотреть эти 6 боев. А когда будем получать награду, я уже включусь. Так, ну здесь, естественно, ребят, побед за нами. Так, погнали дальше. Так, ну что, друзья мои, я набил нужное количество, ровно 1000, поэтому давай. Ух, либо новый герой. Да. У нас с тобой Чингис получил 4-ю звезду. Чингис. Ну, на самом деле, я рассчитывал немножко на другое. Ну что, придется теперь Чингиза, видимо, качать. Раз у него 4 звезды. Ну да, он, ребята, я не спорю, массовик у нас. Но меня почему-то все равно это не очень радует. Столько времени ушатать и получить Чингиза. Да. Так, Бибоп у нас готов что, прокачаться? Так, 163 уровень у него, да? А давай посмотрим теперь по шкале. Нифига себе, Чингис у меня куда вырвался, ты посмотри. А вместо кого его можно взять? Вместо, может быть... Вместо Бибопчика, скорее всего, да? Такой крутыш. Так, у него еще и шмотки. Отлично, друзья мои. Ну что, попробуем. Так, получить героев. В плане получить героев. Ага. Кожеголовый. Мощь у него подросла всего лишь на 4 единички. Так, ну что, давай попробуем. Вдруг у нас какое-то здесь произойдет чудо. Давай тогда мы с тобой все-таки действительно уберем, наверное, Бибопчика. И поставим... И поставим Чингиза. Ну, посмотрим, друзья мои, как пойдет. Если у нас не оправдает. Так, Бибоп убирается, Чингиз ставится. 57 тысяч мощей. Блин, ну все равно слабо. Так, подожди. Давай смотреть. Чингиз там, оу, взмах топора. На, нифига он току, ребята, вырубил. Ты видел? Просто с одной плюшки его вынес. Да, он крут. Воу, он своим топором тут наяривает, будь здоров. Слушай, да мы здесь вообще, по-моему, порвали их. Хотя, подожди, еще рано радоваться. Еще рано... На, муха! Так, сколько у нас? 3 персонажа. Так, минус Антракс. Остается Дементор и Бакстер Муха. Слушай, ну, по-моему, здесь победа за нами. Чингис, конечно, тут... Смотри, что он делает. Он когда взмах топором делает, он... Офигенно дамажит, вот что я тебе скажу. На! И добили. Вот и все. Стоило получить только лишь одного четырехзвездочного персонажа, и пошло дело. А дальше, ребята, 93 тысячи мощей. Кстати, по-моему, поменьше, да? У тех было 90 или побольше. Ладно, не имеет значения. Значит, здесь у нас Тока, Слэш, Дементор, Рахзар и Гранитор. Та еще команда, блин. Ладно, надеюсь, Чингис меня также не подведет. И будет все отлично. О, Слэш пробил моего Донателло. Чингис тут, конечно, сплоховал чуть-чуть. А вот здесь, скорее всего, мы проиграем. Хотя Чингис молодец, красавчик, бомбит. Будь здоров. Мы потеряли только Донателло. Только лишь Дони. Слушай, да мы их разбираем, ребят. Минус Дементор. Гранитор сейчас, смотри, топором получит по башке. Смотри. Пич. Нет, нашего подбили все-таки быстрее. Но, тем не менее, Слэша мы здесь уже втроем завалим, поверь мне. Один только Шреддер чего стоит. Ему только за спину бы зайти сейчас и нанести свой козырный удар. Но он почему-то его не хочет делать. Вот, его ускоряет Сплинтер. Вот и удар. Но не добили пока. Все.
Ну что, друзья мои, мы переходим с вами к боссу. Босс Антракс. Да-да, собственно, персоны. Кого дадут ему в компанию? Да ну идите вы в пень. Ну зачем Трега-то сюда сувать? Трег, Дементор, Гранитур и Муха. Погнали, друзья мои. 96 тысяч мощей у этой команды. Так, Чингис там схлестнулся вместе с Гранитуром. Он хорошо так врывается в толпу, конечно, мне нравится. Так, 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 тихо, тихо, ну-ка. Донни, давай. Вот надо уничтожить Гранитура нам, да, по возможности. Кто тут еще бегает? Муха, что ли? Муха, она кого-то там уже станет, я смотрю. И Трега нужно валить. Конечно же. Почему, ребят? Потому что он навешивает броню. Так. Минус Трег. И остается Антракс и Дементор. Слушай, ну есть шанс, наверное, справиться с ними. Правда, мой Рок, кстати, погиб. Давай, 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 родные мои. Валим, валим этого охламона. Молодец, Шреддер. Хорошо ты пробил. Так, Чингис, не подведи. Оу, ты видел удар у Чингиза, сколько он дамажит. Если ты не увидел, перемотни буквально там на полминутки назад и посмотри на шкалу. И когда Чингис делал взмах топора, и после того, как он, естественно, обухом по башке дал, у этого Антракса, ну я тебе скажу, даже больше, чем половину хп сразу он снес. Это, конечно, что-то с чем-то. Слушай, ну тогда я не жалею о том, что Чингис у нас появился прокачанный. Круто. Точнее, он не прокачанный, он только получил четвертую звезду. Его еще прокачивать можно. Но опять же, мы с тобой рано или поздно дойдем до такого тупикового состояния, где нам придется опять качаться усиленно. Но я просто никак не ожидал, что вот такое преимущество получает наша команда, когда к ней прибавляется один из четырехзвездочных героев. А вот здесь, походу, мы фейлимся, друзья мои. Мы фейлимся, потому что тут есть Трег. Опять этот Трег и этот... Слушай, по-моему, здесь ни один бой уже не проходит без этого Дементора. Тебе так не кажется? Чингис, конечно, молодец, красавчик, но... Давай, Рок, кстати, бомби. Броня. О, я только что взбил броню ему, он опять ее настакивает. Давай, родные мои. Воу. Нет, Чингис красавчик. Он пробивает, ребята, броню просто на изи. Именно своим вот этим топориком. Круто. Он круче, чем Наполеон. Вот как по мне, он круче. Наполеон, что он там кнутом своим бомбит и все. Так, здесь у нас, в принципе, Токка, Антракс, Рокзар. Да, это так себе команда, хотя 96 тысяч мощей. Сплинтер подводит. Он, вот, ребята, когда он делает свой вот этот вот баф, этот баф дает нам ускорение. Я это уже прочитал, потому что тут уже перевод, как ты знаешь. И там все переведено, что он делает. Но не все скиллы переведены. Жалко Донни. Жалко Донни, погиб он от руки Антракса. Кто там только, блин, прыгает? Я думаю, кто-то мешается нам. На. Оу, Сплинтер схлестнулся с Рокзаром. Так, только, по-моему, сейчас тут дуплится. Конкретно, да? И остается Антракс плюс Рокзар. Так, Чингис, ребята, очень хорошо нам здесь помог. Сейчас обухом по башке, нет. Сделал вертушку свою, да? Ну, добивка. Е. Хорошо пошло. Вот так вот мне нравится играть. А то на одном уровне зависнешь на пятилетку. Так, а кто здесь у нас? Опять Дементор, да вы достали, а? Вот было бы круто, если бы Чингис бы врывался бы туда именно со своим круговым ударом. Сразу бы наносил бы всем им урон. Так, Сплинтер плюс Антракс, это фигово, ребят. Это очень плохо, потому что они сейчас его, наверное, забомбят. Ну что там засверлякало опять сверху? Надеюсь, вам, ребят, не слышно, как тут кто-то начал сверлить. Просто меня это бесит. Нашли момент. Так, вот нам нужно с тобой Дементора завалить. Рокзара мы убьем, однозначно. Так, здесь Сплинтер, бедолага, страдает. Он еще и в путах. А эти путы вешает у нас кто? Бакстер Муха, но его, в общем-то, уже нету здесь. Так, ладно, минус Антракс. И остается Дементор. Ну и вот, естественно, мы сейчас распишем и Слэша тоже. Все, друзья мои, вдвоем они остались. Красавчики.
Ну что, переходим тогда сразу же на следующий бой. Без промедления. Здесь у нас Токка, Антракс плюс Гранитор. Ну, вот этих двух я даже не считаю за воинов. Это так, пушечное мясо. Поэтому, в принципе, мы должны здесь с ними быстренько разобраться. Ну, зашибись, а сфигали у меня этого-то? Сплинтера ушатали так быстро. Кто? Кто ушатал его так моментально, ребята? Я даже не увидел. Но мы все равно наказываем. Круговой удар Чингиза нам здесь очень, ребята, хорошо помогает. Очень хорошо. Так, остается Антракс. И кто там? Гранитор, что ли, бегает? Да, Гранитор сейчас мы... Слушай, он крепкий. А Шредер, конечно, его бомбит, но не особо хорошо помогает. Так, и остается Антракс. То есть, делай выводы. Чингиз и Шредер, как бы, получается, два таких дамагера. Очень серьезных. Че, опять уже до босса мы дошли с тобой? Слушай, быстро мы с тобой как-то здесь пробиваем. Сколько? 101 тысяча мощей против 57. Вы сейчас серьезно, блин? Две мухи, два слэша, это что за... Ребята, это что за подставы? Скажите мне на милость, с какого перепуга здесь начали вставлять дубликаты? Почему я, блин, не могу себе взять три Шредера, блин, и, например, там, два Чингиза? Скажи-ка мне на милость. Так, одного бы слэша, конечно, бы убрать отсюда бы не помешало, ребят. Донни с Рокстеди у нас, конечно, получает плюхи. Причем серьезные плюхи. Вот, ты видел, что делает Чингиз, когда влетает с топориком со своим? Конкретно их там разносит. Так, ладно. Слушай, по-моему, их уже меньше стало. Раз, два, три. Ну и сам босс, четыре. У босса, смотри, сколько настакано брони. Чего? Ты видел, что сделал Шредер? Он ему просто в спину с крита, ребята, снес и броню, и все хп. Я, конечно, такого не ждал. И мы с тобой, кстати, закончили эту главу, потому что у нас появляется с тобой комикс. Так, ну что, наши черепашки. Супер Шредер собирает прихвостней из всех измерений. Подождите, я еще доберусь до этой консервной банки. А вот тут вот они пожадничали, да, перевести? Так, мы на что-то наступаем. Ага, на шип. Мой палец, мой палец! Ну, Рафаэль, как всегда. Рафаэль и Майки, ты заметил, они друг на друга вечно прикалываются. Ну, конечно, Микеланджело больше прикалывается над своими братьями. Ну, он потому что самый младший и самый веселый. Так, ну что, друзья мои, мы, значит, переходим с вами на новую главу. И здесь... Секундочку. А, ну да, конечно, я думаю, с какого перепуга вдруг здесь Биба взялся Леонардо. Я думал, что мы против злодеев деремся. Конечно же, мы можем драться против своих же собратьев и тому подобное. И, кстати, я не посмотрел, сколько там мощей у этой команды. Да, Супер Шредер, конечно, тут наяривает. Донателло опять погибает, одним из первых. Почему, я не понимаю. Он бросает бомбочку, которая стакает броню. И все равно он от этого погибает. Так, слушай, нас... Нет, у нас в большинстве... Смотри, я удивлен, что здесь Бибоп так долго прожил. На, вот это да. Чингиз, конечно, это что-то. Слушай, дай-ка я посмотрю, кто у нас, ребята, здесь вообще будет стоять. Ну, я имею в виду... Ага, будет Леонардо босс. Так, мы с тобой здесь можем забрать ящик. 100 кубков зеленых. Угу. Так, ну что, попробуем сыграть 5 PvP боев. Мне даже не придется. Интересно, мы успеем дойти до босса или опять где-нибудь трянем посередине? Вот что меня интересует. Так, здесь Донателло, Леонардо. Ну, это каменный голем, фигня. Так, это у нас Лотус. По-моему, Лотус, да? Это же не Карайка. Слушай, ну здесь Чингиз, ребята, наносит очень мало урона. Даже Шредер не может пробить обычного моба. Так. Уже обстановочка накаляется. Сплинтер бафает. Рокстеди, Рокстеди, естественно, ускоряется. А тот уже в броне весь настаканный, довольный стоит. Посмотри. Давайте Лео завалите, пожалуйста. Потому что он тут мешается, он очень сильно критует. Так же, как, в принципе, и Лотус. И остается вот этот каменный голем, которому сейчас не сдобровать. И причем я тебе скажу, что вся команда у нас целенькая осталась.
Да, этого дорогого стоит. Слушай, ну не зря мы сегодня начали серию. Я думал, мы потопчемся на месте и все. Но нет, тут очень хороший прорыв у нас идет. Значит, здесь Дементор, опять Лотус и Слэш. А этих двух я даже в расчет не беру. Хотя не стоит недооценивать противника, согласись. Мы с тобой так вечно всегда говорим. Вон, я теперь понимаю, почему Дантелло у меня погибает первым. Потому что он в рукопашном бою вообще никто. Он просто бросает бомбочку и его в этот момент разбирает. Смотри, сейчас кому-то Слэш, по-моему, хана будет, да? Видишь? Если он делает вот этот вот взмах топором, Чингис, то мама не горюй, он очень хорошо дамажил. Так, ну что, остается у нас тут Лотус или все-таки это Карай? Я не помню, чем они там отличаются друг от друга. Я шваркнули. Ну что, по-моему, у нас еще один бой и будет босс. А босс это будет Леонардо. Ну, он очень хороший дамагер, Лео. Но если он был бы у нас, например, фиолетовым, да, четырехзвездочным, я бы, конечно, его взял бы. Но сейчас это просто не актуально. Так. А, тут кожа головы, капкан уже бросает на Шреддера, ах ты гаденыш. Естественно, он застанил его. Так, ну Чингис тут не подводит. Вау. Слушай, по-моему, тут все. Песенка у врагов спета. Ай-яй-яй. Шреддер не смог пробить, к сожалению, этого Слэша. Но все равно ему крышка. Наш спринтер погиб. Ну, все, прижучили. Ну что, друзья мои, идем к боссу. Ведь босс же, да, босс, Леонардо. Опачки, такой подрос. Кто с ним идет? И все? Серьезно? Поехали. Ты сам видишь, да, здесь? Кстати, не забывай, что у Леонардо есть круговая вертушка, которая наносит очень много урона. Так, что он там делает? Что он там хочет сделать? Так, не надо Слэша мне, пожалуйста, обижать. Ой, Слэша, господи, о чем я говорю? Чингиза. Он все-таки хочет его, да, уничтожить? Но мне кажется, Леонардо здесь проиграет. Все, он остался один. Он остался один, ну, естественно, мы тут ему таких плюханов надавали. Чингиза ускорили. И все. Да, ребята, как ни крути, а мы здесь выиграли. И я думаю, что у нас еще немножко запала есть, наверное, на следующую серию, потому что, ребят, к сожалению, мне пора уходить. Но я считаю, что мы сегодня подрались очень даже неплохо. Приключение 19.6. Да. Ну что же, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!